Всем привет, с вами Арсений Ходин. Сегодня в этом видео я буду работать в лайф режиме, и информация будет подаваться в хаотичном порядке. Поэтому ждать какой-то конкретной информации не стоит, но в любом случае, надеюсь, запись вам будет полезна. Если людям понравится данный стрим, то и в дальнейшем я буду проводить лайв-стримы, объявлять это на Wikisound и выкладывать. Что идея возникла. Только что крутая идея у меня возникла. Давайте мы дубликат сделаем. В голове. Та-ра-рам. Сейчас как раз вам заодно мини-урок по библиотеке Albion 1. Так. Это у нас будет 3-2-1. Первая играет третья, вторая. Так, мы сейчас пропишем их. Три-два-один. Эй, ей не хочется. Можно просто эти две убрать, последние, поставить 1/8, 3-2, раз, 3-2-3, или нет, 3-1, сейчас. Так, ну нам надо здесь везде теперь ставить нотки. Ну, как бы я ее купил. Говорят, вы говорите русским продавать, но я же ее как-то купил. Ну, как бы я настрою, точно так же она будет звучать другая. Я просто от Face Factory. Так. Тоже непонятно, вот у них есть глюки, у этих библиотек. Как бы мне разобраться? Так, там. Так, восьмыми она у меня играет, да? Почему ну сразу две? Наверное, здесь что-то. Так, так. Ага, наверное. Да, почти начинает лишнюю ноту играть. У меня просто только что в голове эта мелодия. Да, по-моему, нормально.
И звучать это будет у нас вот таким образом. А если нам повыше, давайте посмотрим. Так, что-то мне нравится. Там. Да, еще надо настраивать. Да, штрихи не очень. Так, а если помягче сделать? Я пытался выжать все, что можно с этой библиотеки. Так. Самое интересное, что можно прикольный ритм здесь придумать. Там-та-дам-там-там-там. Или, например, вот так у меня было до этого. Эту ноту убираем, ставим 2/16. Там ставим. И она будет играть вот так. Как бы еще мы... Так. Я, кстати, рассказывал по Wikisound, потому что вот эти два микрофона, это микрофон, который находится справа, слева от оркестра, снимает стереобазу, да? Ambience, это который над оркестром, микрофоны 4. Это который на стойке дирижера, 3 микрофона в сторону оркестра от дирижера. А это в другом помещении сухом снимается. То есть комбинируя это, то есть мы добавляем разные микрофоны, разные звучания. Поэтому еще не буду. Вот я думал, поэтому тоже уроки сделать. Ну. Звучит как домач, но это не домач. Это новая библиотека. Звучит вместе без ударки этой. Там.
У нас что здесь? У нас РВ, наверное, будет. Или там, и вот так можно тоже. Ну, тут больше экспрессии надо прописывать. А вот тут, тут что у нас тут? Это у нас первый темп, первый, второй. Угу. Значит, можно сюда, наверное. Ну я нормально купил, да, я из Минска. Так. Тарем-папам. Вон, скажем, это у нас будет второй тромбон играть. Та-дам, та-дам, та-дам. А если эти отключить и вот эти. Еще я слышу, что они не строят немного с общим миксом. Поэтому надо немножко подпичить их. Та-дам-дам-дам. Sound shifter stereo. Так, надо. А может просто модуляция большая стоит? Ну ладно. Так, давайте слушать. We'll be right back.
потом. Еще одни только другие. Ой, что-то я вообще не в ту степь пошел. Вот, короче, это тоже из этого темплейта можно как бы сделать. Вот я здесь ударные строил. А нет, у меня вообще здесь много чего, по-моему. Это моего, да, это с лайвстрима. Вот как вообще. Моего курса. Не делал, я думаю, чего так все мутно. Ай-яй-яй, ладно, мы сейчас лишнее срежем. Ой-ой-ой, как, ладно, мутная партия, но отсюда возьмем. Вам
интересно еще? Что-то вы сидите, молчите. Так. Вот чем мне нравятся эти вообще брасы, вот подкладку им делать. То, что они очень мягенькие. Я, ну, сейчас даст нам жирный звук. Партию какую-нибудь. Так, давайте придумаем. Все равно, потому что задержка большая, надо прописывать. Давайте начнем с этого. Я не люблю на одной мелодии останавливаться, она мне не вкатывает, надоедает. То, что я здесь просто быстро сделал. Так. Мне очень нравится такое мягкое звучание, они не только у этих брасов, есть и другие. Еще и здесь можно еще. Потом повторяется еще что-нибудь другое. Так вот играй. Нравится. Так, ладно, здесь мы просто поставим до.
понял, потому что вот это дно запаздывает. Можно так. И здесь просто... Удара не хватает, походу нет удара. Не обязательно таскаться только по гармониям. Вообще, по сути, да, такого большого движения тоже не надо вообще. Тут обычно таком там да. Что-то я же не трек пишу, а то что-то у меня все не могу нащупать мелодию какую-нибудь, которая мне понравится. В принципе, и этот темплейт можно сделать. Так, что вы там что-нибудь говорите? Никто ничего не говорит. Все молчат, уже аж 16 человек смотрит. Вы хотя бы что-нибудь писали. А то же неинтересно, да? У нас не то, значит, у нас вот эта нота больше пойдет. Так. А здесь у нас больше пойдет не эта нота. Так, а что у нас здесь? Хотя нет, подходит. В принципе, она подходит. Теперь модуляцию можно прописать какую-нибудь.
Ладно, лучше вручную. Я не могу задержкой ничего прописывать. Ну, на мягких реально было. И потом можно здесь чуть-чуть повыше. Засунуть. Скрипочками играть. Ее же. Так, где у меня здесь легато? И я что-то не знаю. Что это слишком низко? Это вообще, это я просто так, что-то засел, что-то там. Какой-то даже интересный оттенок. Скрипки еще запихнуть. Ладно, я уже тут не пользовался этим мейджером. Просто асти еще выше. Thank you.
четко, для слышалось это, мы эту мелодию добавим вот сюда. Так, я сохранил. Сохраню. Кто еще смотрит, поставьте плюс. Чего вы все молчите? Никому ничего не интересно. Все же. Вот так. Нет, не так. Ctrl-Z. Сейчас мы quantum settings. О. Хочется вот этот красивый ход сделать. Вот такой мне такой красивый, по сути, мне кажется. Или на ре можно еще. Переходную ноту какую-нибудь красивую. Нет, ре может. Нет, не получится, да? Так. Попробуем вот этот интересный ход, такое необычного необычное настроение дает. Тарарам, тарарам. Ну я знаю, почему у нас здесь, даже здесь спад, сильного спада не должно быть. Тарарам. И здесь то же самое. И не будем сильно. В принципе, видите, оно уже зазвучало. Я просто правильно партии, правильно ревер настроил. И... туда.
А, по корпорейту. Ну что я могу по корпорейту добавить? Ну если вам интересен тот проект, как бы все, завтра я выпускаю, мне надо с завтрашнего дня уже его как бы продавать понемножку. Как бы вы мне пишите в ЛС, потому что я бы ну, его продавать не все время, как бы продам часть и все, и пойду дальше. Как бы, если интересует, напишите мне в личку, я тогда с вами договорюсь. Так, без максимайзера. Да, кстати, вам по-любому надо. Не то, что без максимайзера, просто потише сделать. В принципе, надо. В принципе, лайвстрим уже закончен по корпорейту, это меня просто затянуло. Я бы уже давно закончил. Ну как бы, что мне же не жалко, чтобы вы посмотрели. У меня иногда бывает такое. Легато, ну легато тоже не будет, наверное, так. Я не пробовал, кстати. Thank you.
трек, только соло поменять, сделать там интро, говнинтро. Интро у меня в принципе есть. И пианинку сюда добавлю. Потом ямочка, потом идет. Нет, мы вначале, наверное, не будем добавлять. Но... взять партии, прописать на фортепиано, потратить час, просто вставить в этот проект ударку, ритм. Вы за 2 часа бы делали треки, если бы купили у меня этот темплейт. И не надо было выстраивать. Ну, конечно, кому интересно там долбаться, для джангла сидеть, вырисовывать, я как бы в творческом плане, это, конечно, хорошо. Но для джангла, я думаю, выше крыши. Вот вы просто бы купили и все. И сидели бы. Ну, ты на корпорейт, я понял. Я как бы на корпорейт. Так. Мы тут удалим пока. Тут у нас... Так, это у нас это понятно, можно ревер лупануть. Где наши ХТТ? Тут они. Где? А вот. Ну, конечно, здесь можно мощу врубить, будет там ударку одну другую мне поставить. Тут какой-нибудь входик можно. А, у меня вот здесь, например, есть сэмпл. Можно его лупануть. Давайте посмотрим, как он. Так, где-то у нас ударка. Ага. Это я разрабатывал, кидал в группу. Обычный. Интересный лоу. Хуш хит. Оф. И вот мы его сейчас поставим. Посмотрим, как он вкатит. Тише.
там обрезать лишнее. Сайт очень рубит сильно. О, так. У меня здесь же еще дизайн, по-моему, остался. О, у меня же здесь куча дизайна. Так, где у нас что? Райсер дизайна. Что делать? Вот мы можем взять. Так, это наше, что мы играет? Нет. Да. Ага. Много слишком дорожек. Путаюсь уже. Так. 249. Нам примерно. Сейчас мы его послушаем, как он. В принципе, я еще бы посидел, уже целый трек сделал. Ну ладно, тут я ница. Что мне еще из дизайна можно здесь забрать? О, вот это, наверное, нет. Хотя нет, это для гибридной части. Это у нас. О. Вот тоже можно было бы. Где наш 240? 265 давайте поставим. Ладно, что у нас тут есть еще?
уши, вот эти прикольные штучки. Трюм-бум. Это поставим. Что расширяет панорамку. Так, надо подписывать, что здесь яма, потому что потом забывается яма. Тоже заканчивать не надо. Бесплатный стрим по эпику получился в итоге. Да это не урок, ребята, это я так фигней занимаюсь. Я не думал вообще эпик что-то показывать. Запись не будет, не знаю. Я, конечно, записываю, но я не планировал ее публиковать. Ладно, может, корректор. В принципе, уже звучит. Мы же начало еще не сделали. А еще у меня же есть вот этот инструментик, прикольную партию играю. Разделим их на два. Ой-ой-ой. А нет, у меня здесь есть тень двойная. Вот она. Разделись на два, не делит. Вот не знаю, почему на маке оно не делит. Ух, мне так нереально, конечно. С такой скоростью. Ладно, пофиг. Не будем эти партии трогать. Что у меня тут дальше есть? Так, тоже это у нас что? Mm-hmm.
Я просто сейчас все делаю в одной и той же тональности, в которой вот у меня вот этот темплейт, поэтому все так и звучит. Та-та. Опять разделить на два, что-то не работает, не могу понять, почему. Сделаем проще. Вообще не то. Что-то я не в той тональной. Вернее, в той, но. А что у нас здесь? Что самое по-моему. Ладно. Не буду я пропинывать. Хотя. Можно. Ладно, не буду. Так. Два раза и раз такое развитие мощное. Но скопируем, парам-парам-пам. Сколько он где-то по времени будет идти? А все уже уходили. А кто остался вообще? Мне интересно, кто есть кто. Алло! Привет! Что? Ну да! Сейчас веду лайвстрим.
Семинар по интернету веду сейчас. Прямо сейчас. А что, хотела прогуляться? Ну, классная штука, знаю. Слушай, не могу говорить, это люди меня ждут на той связи. Давай как-нибудь попозже поговорим, либо в другой раз. Но ты не вовремя. Ну, ты не вовремя. Ну. Да. Что там для джангла лучше. Джангл вообще не достоин таких треков. Thank you.
тоже здесь неуместно. Что здесь не хватает тебя, Ева. Так, что мы в Еве можем добавить? Мы можем добавить, конечно же, нотку до. Я буду использовать секретные приемы добавления всякие. Мне, наверное, надо закончить лайвстрим, потому что я не планировал как минимум это видео куда-то публиковать. Поэтому, ну, в общем, подписывайтесь на мой курс, если у кого-то нету моего курса по эпику и вам понравился, либо покупайте темплейт и тому подобное. Все, всем счастливо, ребята.